Как вам этот аппаратище? Тормоза, конечно, требуют до настройки небольшой. Вот, а так схватывают довольно-таки неплохо даже с завода. Сегодня делаем обзор на электроспед этого года. То есть новая модель колхозника, может так выразиться. Вот, у этого велосипеда, в отличие от старого, у него и в комплекте идет две батареи на 60 вольт, каждая по 10 ампер-часов. Этого в сумме хватит примерно на 65 километров пробега, вот, что является, конечно, большим плюсом. Также у него с завода идет гидравлический тормоз задний, передний обычный барабанный, то есть у него дисковый тормоз, довольно-таки большой, толстый. Да, вообще прям мясной. Вот. Собственно, ну, сам калипер тоже таких внушительных размеров, то есть тормозить должен отменно. Вот, также у него есть свет прям с завода тоже и сигнал. Сигнал довольно-таки громкий, вот, слышно вас будет хорошо. Переднее колесо у данной модели идет литое, то есть не спецованное. Вот, барабан, то есть тормоз у него барабанный, то есть вот, настраивается довольно-таки легко, просто подкручивается вот эта часть и также вот на руле, вот, что делает его довольно-таки комфортабельным. Седло у нас откидывается, то есть оно на ключе идет, откидывается, и батарею можно будет достать. Вот, и, собственно говоря, поставить новую батарею, сидит там довольно-таки туго, то бишь люфта никого не будет, никакого треска и того подобного. Ставится также просто обратно. Вот, все ставится, седло закрывается.